В аннексированном Севастополе из-за атаки беспилотников горит нефтебаза. По словам назначенного Москвой губернатора Михаила Развожаева, пожар затронул 4 резервуара с топливом. Как утверждает чиновник, пострадавших нет. На месте работают 18 пожарных расчетов. Потушить возгорание, площадь которого составляет около 1000 квадратных метров, планируется к вечеру. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание двух дронов. Как пишут местные СМИ, перед этим в городе был слышен сильный взрыв. По заявлениям российских официальных лиц, параллельно с атакой в Казачьей бухте ПВО сбило беспилотник в небе над полуостровом Крым. Украинские власти пока не комментируют случившееся.